Итак, еще раз вот показываю нам нашего мальчика. Вчерашнее наше приобретение благодаря кое-кому. Она в эфире, она это видит. Я имею в виду. Да, Мадина. Как мы назвали его, получается, Трой. Трой Карданович будет, короче говоря. Поел, сейчас покажу, да, немножко поел, водички попил, с утра стул нехороший, как каловые камни, ну да и понятно. Сейчас я вам покажу, насколько он худой и истощен. Вот, миниатюрные ручки Ляны показывают, насколько он худой и истощен. Ну вот ребра, косточки, вот он здесь темный, поэтому кажется, что не так все видно, но на видео... А что ты так трясешься, бедненький? Боишься нас, что ли? Мой хороший, моя умница. Покушал, да, я смотрю? Нюхач, надо его. Давай глазки твои покажи.
выживу. Ты мой хороший мальчик. Если будет какое-то желание купить нам море поводков, мы ни разу не откажемся. Потому что на одного трое у нас, наверное, ушло штук 10. Он пока в машине едет, мы его, естественно, закрепляем, и он сгрызает. Да. Да. Поэтому вот такой парень. Тебе нужно будет думать, как его закреплять так, чтобы он не загрызал нам поводки. Потому что такое количество поводков приобретать каждый день. Мы ждем врача, именно тот, который нас смотрит, сейчас отъехал, сейчас вернется. Вот, там занесли буквально перед нашим заездом несколько кошек, поэтому мы на улице, вот, и ждем. Ну, в принципе, все сказали самой клинике.